Итак, в 113 многоквартирных домах Рязани запланирован комплексный капитальный ремонт крыши и фасадов. Вопрос о ремонте аварийных балконов, кровли, фасадов муниципального жилья был рассмотрен на Комитете по градостроительной деятельности городскому хозяйству в Рязанской городской думе еще в июле. По данным администрации Рязани, работы выполнены более чем на 80%. В всех домах, где ведется ремонт фасадов, ремонтируют и аварийные балконы. Также запланирован капитальный ремонт и замена газового оборудования в ряде муниципальных квартир. Реализация этой программы рассчитана до 2020 года. Правда, вот о качестве такого скорого ремонта приходится задумываться все чаще. Примеров тому тоже находится немало. Стали задавать вопросы потребители, чем это вызвано, каким образом это влияет на качество проведения ремонта. И очень много сомнений в том, что в столь короткий срок будут проведены качественные работы по поведению замены там лифтов, ремонт фасадов или крови. Действительно, сомнение есть в том, что у нас недостаточное количество специалистов в этой области. В городе и в области достаточно небольшое количество специализированных учебных заведений среднего звена и высшего образования, которые готовят специалистов в области строительства. А те кадры, которые приезжают сюда в виде различных шабашников, они не имеют должного специалистов с определенной квалификацией. Последние примеры, когда у нас проходили сильнейшие залития при раскрытии кровель многоэтажных домов, показывают, что, к сожалению, изъяны есть и в этой программе, и должного контроля, к сожалению, со стороны управляющих компаний также нет. Предусмотрен и ряд мер по улучшению состояния дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, запланирован ремонт существующих дорог и строительство новых магистралей, приведение в нормативное состояние подъездов и подходов к общеобразовательным учреждениям. Проект этой программы прошел процедуру публичных слушаний. Получено положительное заключение.